Всем привет! Очередная посылочка из Китая. И это про посылочка, это парик. Да, что я хочу сказать о продавце? Сразу же начну с того, что эта посылка шла долго. Мы уже даже открыли спор. Так как уже и время истекло этой посылочки, то время, которое назначает продавец. Вот. И деньги вернули. После того, как вот сделан был возврат денег, вот пришел этот парик. Вот. То есть вот так вот. Получается, продавцу нужно ставить срок хотя бы побольше. Потому что, ну, не успевает дойти. К нам долго шла посылочка. Ну, в общем, парик находится вот в такой вот сеточке. Ну, вот, наверное, чтобы защищать волосы от выпадения. Еще здесь какая-то штучка, какой-то, как носок. Не знаю, что это. Это какая-то штучка. Вот. Это, наверное, одевать сетку вот на голову, прежде чем одеть парик, наверное, чтобы собрать волосы. А потом уже одевается парик. Это я так предполагаю. Так, посмотрим. Парик был указан, волосы синтетические. То есть это не натуральные, но, в принципе, знаете, вот я на них смотрю. Они, ну, не знаю, очень похожи на натуральные волосы. В принципе, ничего так. Так, вот такой вот паричок сейчас. Вот давайте с изнанки покажу. Вот здесь-то на такой вот какая-то сетка. То ли приклеенные волосы. Нет, вот прошиты. Вот здесь вот видно прошивочка такая. Вот волосы, край. Ну да, все идут вот как такие, как прошиты. Вот здесь только как-то наклею вот в серединке. И вот здесь вот есть еще такой. Такое вот, наверное, вот какая-то такая резиночка. Не знаю, в какую сторону. Наверное, сюда вот. И с этой стороны вот что-то есть. Вот. Ну, наверное, чтобы стягивать. Вот, я так думаю, чтобы прицеплять куда. Или не сюда. Не знаю я, как правильно. Надо еще разобраться. А, наверное, вот сюда. Вот здесь какие-то такие есть штуки. Даже не знаю. Правильно. Ой, что-то тут. Наверное, вот сюда как-то. Ну, только я перевернула эту штуку. Ну, в общем, есть какие-то штуки. С этим надо разбираться. Что, куда прицепить. Ну, вот так вот. Если вот так раскладывать волосы, то вот так вот смотрится такими полосками. Кстати, интересно. Никогда не видела, как парик делается. Ну, вот. И если вы смотрели мое видео, я показывала, я заказывала голову, манекен голову, вернее. И сейчас попробую вот одеть, посмотреть, как это будет выглядеть. Так, голова. Одеваем этот чулок. Ну, сымитируем, как это делается. Ой, как-то пенопласт неудобно. Я думаю, вот так. Вот так, наверное, волосы стягиваются. Но у меня все-таки это пенопласт, понятно. Ой, на глаз. Наверное, как-то так. А затем уже одевается парик, по идее. Давайте оденем. Ой. Как-то. Ну вот, я одела парик на манекен. Вот. Вот так смотрится причесочка этого парика. Ну вот я приподниму, чтобы низ было видно. В принципе, очень интересно. И вот видно, ну да, если вот залазить, там заглядывать сильно. Хотя, ну голова это маловато. Маловато голова, если кто смотрели видео, я показывала обзор манекена этой головы. 50 сантиметров, вот, то, конечно, если совсем маленькая голова, то видно, вот выпирают такие, вот, сама сетка, вот основа парика. Если на чуть больше голову одевать, то этого нету,
Ну, что хочу сказать. В принципе, симпатичный парик. Вот. Вот такой. Ну, так, одеть на какой-то, может быть, праздник, где-то поприкалываться кому-то, может быть, необходимость. Разное бывает в жизни. Вот. Надеюсь, вам было полезно это видео. Стоит парик 5,31 доллар. Ну, только единственное, что вот доставку продавец как-то не смог определиться со временем. И получилось, что мы открывали вот спор. Кому-то, может быть, было полезно это видео. Ставим лайк, если понравилось. Заказываем. Всем спасибо. Пишите ваши комментарии, смотрите мои видео с другими покупками. Всем пока-пока!